Герцогиню Кембриджскую считают современной иконой стиля. Недавно на премьере нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» она в очередной раз поразила всех сияющим образом в золотом платье от дизайнера Дженни Пэкхэм. СМИ и фаны в соцсетях сравнивали ее с египетской богиней Клеопатрой, но самым интересным оказалось то, что 36 лет назад, в 1985 году, на премьере очередной серии «Бондианы. Видно убийство», ее свекровь, принцесса Диана, появилась в платье очень похожего силуэта, только серебряного цвета. Что это, совпадение, просто следование обеих женщин классическому стилю или слепое копирование образа королевы людских сердец? А может, это четко продуманная стратегия по подчеркиванию преемственности, главного принципа монархии? Кейт внешне совершенно не похожа на Диану, но почему их постоянно сравнивают? Все началось с объявления о помолвке наследника британского престола принца Уильяма и мисс Кейт Миддлтон в 2010 году. Именно тогда протянулась первая ниточка от невесты Уильяма к его матери. Предложение руки и сердца принц сделал с помолвочным кольцом Дианы. Для первого выхода на публику в качестве невесты наследника Кейт выбрала ярко-синее платье, так же, как когда-то и юная невеста принца Чарльза, чтобы подчеркнуть огромный сапфир, красовавшийся на пальчике. И хотя брак Дианы и Чарльза оказался несчастливым, по-видимому, Кейт и Уильям не суеверны, так как решили обручиться кольцом покойной принцессы Дианы. Именно это послужило первым поводом к сравнению, а дальше судите сами. Предлагаю вашему вниманию 20 случаев, когда герцогиня Кэтрин буквально повторила образ леди Ди. А вы как думаете, все эти случаи просто совпадения или все же это часть успешной стратегии герцогини Кембриджской по завоеванию сердец подданных, как это сделала когда-то принцесса Диана? Напишите свое мнение в комментариях и не забудьте подписаться на канал. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!